По приглашению исполняющего полномочия главы городского округа Щелково Сергея Горелова в администрации муниципалитета побывал муфтий Московской области Рушан Абясов. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия местной власти и руководства мусульманской общины по укреплению и развитию культурного и межэтнического диалога между людьми всех национальностей, проживающих на территории городского округа. Мусульманская община в Щелкове одна из наиболее многочисленных в регионе, поэтому именно здесь была построена первая в Московской области мечеть. Традиции дружбы между людьми всех национальностей поддерживаются на Щелковской земле не одно десятилетие, так и недавно здесь провели большой областной праздник Сабантуй, в котором участвовали люди разных вероисповеданий. Я хочу сказать, что это был праздник не только тех, кто в исламской вере находится, но это был праздник и всех горожан общий, потому что Российская Федерация, страна, она многонациональная, и на праздник пришли люди всех вероисповеданий, всех национальностей, и вместе праздновали этот день. На встрече также обсуждалась подготовка к празднику мусульман Курбан-Байрам, который в этом году приходится на 12 августа. В этот день в мечети пройдет намаз, а обездоленным людям будут оказывать благотворительную помощь. Мы сегодня обсуждали о проведении нашего совместного проекта с Московской епархией как школа добрососедства, чтобы в школах мы могли прививать культуру добрососедства между представителями наших разных народов. А дети должны это впитывать именно сначала. Это, безусловно, в первую очередь дается в семье, но и, конечно, мы должны сами проводить вот эту большую работу, чтобы укреплять мир и согласие на нашей подмосковной земле.